Дому на улице Силкин 21 уже более 40 лет. Последние годы жители жаловались на постоянное залитие. Вода лилась из мусорокамеры, к тому же не было грамотно организованного водоотвода с крыши. Мы заметили, что под водосточной трубой грунт прогибался, прогнулся. Вот. Но желоб был еще целый. Вот. А когда желоб, там кусочек отвалился, то стало заметно, что там пустота. Жители рассказали, что неоднократно обращались в свою управляющую компанию, говорили о дыре, которая становится все глубже. Рабочие периодически устраняли видимые нарушения, а потом отремонтировали мусорокамеру, из которой поступала часть воды. Оттуда течь перестала. Однако провал рядом с фундаментом, возможно, уже имел серьезные последствия. И у нас было такое, что горизонтальные трещины были, причем трещины значительные. Все это, весь этот ремонт сводился к тому, что их заштукатуривали, закрашивали и все. Фундаментами никто не занимался. Самим провалом начали заниматься тогда, когда к проблеме подключилась депутат округа Людмила Колотухина. Рабочие скололи висящие куски, начали засыпать яму, привезли водосточную трубу. Однако текущего ремонта может быть недостаточно. Здесь, видимо, надо срочно принимать решение либо за счет средств МУП-центр ЖКХ осуществлять ремонт отмостки и установление ливневки у каждого подъезда, либо пересматривать краткосрочный план капитального ремонта. В управляющей компании нам пояснили, что был сломан водоотвод. Сейчас проблему устраняют. В ближайшее время яму засыпят щебнем, уплотнят грунт и сделают отмостку. В подвале трещин нет. Специалисты наблюдают за состоянием дома. Канал 16 будет следить за развитием событий. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.